Итак, если вы загадали бокальчики, сейчас мы будем открывать и смотреть, что же у вас выпадет на год грядущий. Первый бокальчик синий. Па-бам! Новая машина. Вот у кого это выпало, будет кататься на новой машине. Дальше открываем. Желтый. А-а-а! Деньги. Деньги будут... Вот лупа. Тик-тик-тик-тик-тик. Лупу я не могу пока открыть. Ага, вот. Деньги будут увеличиваться. Увеличиваться. В вашем кошельке деньги будут. Так, красный. Путешествие. Вне зависимости от дальности вас ждет путешествие. И вы только сами можете уточнить, либо это страна, либо это турбаза, может быть, либо это путешествие в деревню к дедушке, но непременно смена обстановки. Фиолетовый цвет. А, любовь. Вы будете всех любить, и вас будут все любить. Это я вам обещаю. О, это новое место жительства. Квартира. Что-то связанное, в общем, с жильем. И оранжевый. Это ваш ангел-хранитель всегда будет с вами. Он всегда будет вас охранять. И сидеть за вашим правым и левым плечом. И всегда вы будете под его защитой, что бы ни случилось. Ну, я считаю, что всем выпало по заслугам. И пусть все это сбудется. С Рождеством!